субботу прошел гала-концерт конкурса «Звездопад» на сцене Муниципального центра культуры. На торжестве вручили призы лучшим исполнителям в каждой из возрастных категорий. Вокальным номером открыли мероприятие победители конкурса предыдущих лет. Друзья, земляки, я очень рад, что действительно мы сегодня собрались в зале, а не у экранов, мониторов и телевизоров, и можем почувствовать друг друга и ощутить в полном объеме тот праздник, ту атмосферу, в которой мы привыкли жить в нашей стране. Для оценки конкурсантов «Звездопада» ежегодно привлекают знаменитостей, мастеров своего дела. В этом году доцент кафедры эстрадно-джазового пения Нона Чхетиани была приглашена из Москвы. Для участников Нона подготовила не только мастер-класс, она привезла 2 гранта на поступление в ВУЗ для лучших вокалистов Магадана. В этом году, как никогда, мы угадали членами жюри, приезжало 2 прекрасных человека из Москвы. В большей степени мне удалось поработать вот с Ноной Сергеевной, она профессор, работник Института культур Москвы. И самое главное, знаете, это новый шаг, я думаю, для нашего конкурса. Она привезла в этом году 2 гранта на поступление в их учебное заведение по вокалу, да, и уже есть желающие. То есть это вот бесплатное поступление сразу. Я думаю, это прекрасный шаг вообще для развития нашего конкурса. Сертификат на внеконкурсное зачисление на кафедру эстрадно-джазового пения в Московский институт современного искусства получила Ирина Музарбаева, участница конкурса в номинации «Вокал». Возрастная категория 18-35 лет. Также 2 коллективам, обладателям гран-при, были вручены денежные сертификаты. Неизменным спонсором конкурса выступила компания «Полиметалл». Творческое состязание подошло к концу, и теперь юные таланты смогут показать себя на сцене «Звездопада» уже в 2023 году.